перед тем, как Христос был явлен вот народу израильскому, пришел Иоанн Креститель. И он интересные слова сказал, друзья. Он говорит, приготовьте путь Господу. И таким образом явится слава Господня. Я верю, что когда мы вместе собираемся, когда мы вместе молимся, мы приготовляем путь Господу, чтобы Он пришел и явил свою славу. Я верю, что вот когда мы собираемся вместе, чтобы молиться Господу, мы приготовляем путь явлению славы Божией. Поэтому я вдохновляю, друзья, давайте мы оставим свою суету и придем, чтобы вместе поклониться Господу, приготовить Ему путь, и Он придет и явится Его слава.